Вот такое лицо у копаря искателя. Дождь, фигощ. Сейчас напарника попрошу кое-что снять. Где там это развернуть-то видео? Значит, яма, глубина примерно. Метр. Около метра, около 70 сантиметров. Такой вот кругляш у нас нарисовался в яме. Сейчас посмотрим. Очень похоже на что-то такое понятное по Гитлер-Югена. Похоже очень на уборочный вечерний туалет. Ходить в туалет. Лёг, по бокам лопатку вставляй. Я откапываю длину, потом ее чуть-чуть подвинусь, она выглядит. Так. Сейчас чуть-чуть подкопаем, потом продолжим видео. Ну что, расшевелил. Сейчас будем смотреть, что это такое. Надеюсь, это моя первая каска. Ты не на ноги снимаешь, переверни. Так мало влазит. Всем привет. Яма расшевелил. Смотрим, что это такое у нас. Тебе, наверное, не видно, может быть? Да все не видно. Итак, делаем ставки, господа. Ух ты, он там под глину, подожди-ка. Две. Ее расшевелил. Оп. И что это такое? Это какой-то советский, немецкий. Это каска. Отличненько. Слегка. Это моя первая каска. Стой, стой, аккуратно. О. Череп? Туристом. Да ладно. Охуеть. В натуре черепуха? Череп. Точно такая, как у меня каска. Один в один. Боец. Турист. Держи. Thank you.